Он кого? Ты же все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Студент, комсомол, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Да что смешно торговаться. Лучший жених района предлагает свою руку и сердце. Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет. Вот это другое дело. Лефота. Лепота. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Машина зверь, слушай, один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да сохнет его карбюратор во веки веков! Ты по что боярыню обидел, смерть? А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезное отношение к браку. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Значит так, жених согласен, родственники тоже, а вот невеста. Так выпьем же за кибернетики. На здоровье. Замечательный сатир Аркадий Радь. Женщина, друг, человек. Я требую продолжения банкета. Чё ты это сделал?